Шалом, дорогие друзья! С вами снова я, Санж, и в этом видеоролике мы продолжаем строить различную военную технику в Майнкрафте. Друзья, не забудьте зайти в мои соцсети, а также меня поддержать. Все важные ссылки находятся в описании, но мы начинаем. Сегодня, в свете недавних событий, мы построим современный тяжелый израильский бронетранспортер «Намир», что переводится как «Леопард с иврита». А также это имеет второй смысл. «Намир» — это сокращение от «Нагмаш Меркава», бронетранспортер «Меркава». «Меркава» — это название танка, а также с иврита это переводится как «Колесница». Эти бронетранспортеры продолжают применяться в ныне идущей войне на Ближнем Востоке. На этом наш небольшой видеоролик подошел к концу. Друзья, осуждая войны, желаю вам мирного неба над головой. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и оставляйте комментарии. С вами был снова я, Санж. Всем удачи и скоро увидимся.